Порадует малышей и взрослых. В Кировском цирке состоялась премьера новой программы «Калейдоскоп чудес». Над созданием зрелищного представления трудились артисты из разных городов страны. В честь юбилея Росгосцирка они решили создать единую программу и показать свои лучшие номера. Что получилось? На первом представлении побывала наша съемочная группа. Рискованное выступление роллеров открыло новую программу в Кировском цирке. От взгляда на эти опасные трюки захватывает дух. Эти, хоть и без роликов, но и их номер удивляет. Не мудрено. Дрессирует обезьян-артистов звезда российского цирка Наталья Якубова. Верхом на лошадях и на самокате. Эти бесстрашные ребята готовы на всем. Затаить дыхание заставляет и представление участников коллектива «Вершина». Гимнасты выступают без страховки на высоте более 30 метров. Кульминацией номера стал прыжок из-под купола цирка. Акробаты, артисты на лошадях, гимнасты на подкидных досках. Представление не оставило никого равнодушным. Веселье побольше, клоуны понравились. Нам все нравится пока. Понравилось, как там на роликах катались. Они там сальто делали. В целом все не очень плохо. Все замечательно, все красиво, интересно. А еще множество животных. Увидеть «Калейдоскоп чудес» от Кировского цирка желающие смогут до 19 октября. Организаторы уверены, программа придется по вкусу как детям, так и взрослым. Юлиана Седых, Алексей Йоферев, Бюро новостей «Давеча».